Всем привет! Главный тренер сборной Испании Хулиан Лопетеги уволен. Это объявили только что на пресс-конференции сборной Испании, которая началась с опозданием в 2,5 часа. Все это время шли переговоры. Чиновники Федерации футбола Испании были за отставку. Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общие принятые формы поведения. Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что все дела с Реалом велись в обход Федерации футбола Испании. Мы не можем оставлять это без внимания. Лопетеги неоспоримый профессионал, но дела нужно вести в соответствии с правилами, заявил босс Федерации футбола Испании Луис Рубиалес. Безумное увольнение Лопетеги – инициатива именно Рубиалеса. Он считал соглашение тренера с Реалом предательством и требовал уволить его еще вчера. Лопетеги подписал новый контракт со сборной меньше месяца назад, 22 мая до 2020 года. Это не помешало ему договориться с Мадридом, что особенно взбесило чиновника. Сам Рубиалес на своей работе тоже недавно. Он возглавил федерацию 17 мая. Чиновники были недовольны и тем, что об уходе Лопетеги в Реал стало известно до старта чемпионата мира. Так считал не только Рубиалес, но и вице-президент Рафаэль Дель Амо. Мне все это не нравится, я вообще не рад таким новостям, мы должны быть сфокусированы, им стоило выбрать другое время. Наши игроки суперпрофессионалы, но они тоже недовольны. Флорентино Перес рассказал Рубиалесу про Лопетеги всего за несколько минут до того, как Реал объявил о найме тренера официально. Об этом в Твиттере рассказал известный журналист Гильем Балаги. Клуб выплатил Федерации футбола Испании 2 миллиона евро отступных. Реал договорился с Лопетеги всего за несколько дней. Сначала Мадрид хотел Маурисио Почеттино, но босс Тоттенхэма Даниэль Леви четко дал понять, что не отпустит тренера даже за 100 миллионов евро. После этого Реал вышел на Лопетеги. Это было в прошлую среду. А во вторник вечером уже объявили, что тренер подпишет с Мадридом 3-летний контракт. Лопетеги на чемпионате мира 2018 заменит Фернандо Йерро, спортивный директор Испанской Федерации Футбола. Это не первый случай, когда легенда Реала помогает сборной в тяжелой ситуации. После поражения в стартовой матче чемпионата мира 2010 года от Швейцарии именно Йерро убеждал игроков, вот как вы сейчас вы видите Йерро, убеждал игроков, тренеров и руководства, что сборная Испании играет в самый актуальный футбол. Так что ничего менять не надо. Первый матч Испании на чемпионате мира 2018 уже послезавтра с Португалией. Будем, как говорится, смотреть, наблюдать, как будет происходить событие. Всего вам хорошего. До свидания.